Так, добрый день. Ну вот, пол дела я сделал. Вот, колесо поставил. И теперь у меня полный перевод. Правда, половину, только еще одно колесо. Ну, второе я доделал. Но вот, хотел показать. Полный перевод есть. Так, вот у нас едет первое колесо. Передний перевод. Газуем. Едем, едем, потом. Теперь появилась горка или препятствие, я включаю задний привод. Вот она. Кнопочка. Включили задний привод. Так. И теперь поехали. Вот. Резина тут немножко нагорбатится, но я думаю, при нагрузке его выровняется. Вот он налицо, полный привод. Вот такие вот подключения вот на данный момент сделал. Вот. Пока только два контроллера, потом втисну третий контроллер для третьего колеса. Ну пока вот так вот. Всем пока, мой контроллер.